Что касается детского и юношеского кино, у нас, конечно, очень много в обойме нашей любимых картин. Мы с огромным удовольствием смотрим и всю классику советского кино, и всего Роу, и всяких финистов «Ясных соколов». Это все мои дети смотрят с удовольствием. Конечно, мы смотрим голливудское кино, потому что, ну, куда деваться без «Пиратов Карибского моря», «Гарри Поттера» и «Хоббитов». Но на самом деле, вот совсем недавно, случайно мы включили телевизор, и мой старший сын посмотрел фильм «100 дней после детства». И он просто вот конкретно залип, если можно так сказать. То есть мне кажется, что даже ему там в 11 лет было рановато, и он какие-то вещи, перипетии сюжета мог не понять. Но этот фильм произвел на него очень сильное впечатление. «Стоп-лист», ну, я думаю, что просто дети мои не смотрят то кино, которое мы не стали бы смотреть и сами. Наверное, безусловно, мы стараемся не показывать фильм, который не соответствует их возрастному цензу. Есть много хорошего взрослого кино, которое просто рано смотреть в возрасте там, 6-11 лет. Но, безусловно, у нас не так много времени, в принципе, на то, чтобы смотреть кино. И поэтому хочется, чтобы то, что дети смотрят, приносило им какую-то пользу, оставляло у них в памяти какие-то важные вещи, какие-то хорошие, добрые чувства, эмоции, мысли. Поэтому мы стараемся избавлять их от такого мусорного кинематографа, от какого-то шлака. Но, как правило, они нам самим тоже не особо попадаются на глаза, такая продукция кинематографическая.